Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утро! Всем хорошего настроения! Как-то темновато сегодня. Солнышко мало на улице. Оно есть, но как-то вот как бы сквозь тучки просвечивает. Вот. Всем здоровья, счастья и любви, ребята! Будьте все здоровы и счастливы! Вот, а у нас что сегодня в планах? Я смотрю, Лёшек пошел вон что-то там. Может, крышку ремонтирует, что ли? Что-то мне ничего не сказал. Пошел натихаря. Потому что крышка развалилась у нас там. На этой, на помойке. Надо помойку еще покрасить. Ну, чуть попозже. Потом. Вот. А я хочу постричь сегодня Лиску. Надо стричь, потому что уже заросла. Вот что единственное мне не нравится в йорках, что их надо стричь без конца. Каждые 3 месяца надо стричь. А так собаки, конечно, вообще... Лучше не бывает, наверное. Может, я так считаю, потому что она у нас есть. Вот. Для каждого своя собака уникальная и самая лучшая. Ну, ладно. Я уже приготовила. Стол, это у нас вот такая простыня. Старая, то ли под одеяльник. Постоянно я им укрываю стол, потом сворачиваю. Вот, и каждый раз постилаю его на стол, и мы стрижемся. Так, ладно, пошла за Лиской. Вот такая вот у нас погодка. Ветер. Сегодня ветер. А солнышко уже высоко. Там гавкаем. Ай-яй-яй, что такое? Что ты тут? Что? Что? Вот туда хочешь, да? На улицу хочешь? Ну? А кто там? Кто там? Папа там, да? Ну, пойдем. Ай-яй-яй, погнал. Так, куда? Тут гуляй, никуда не бегай. Лёшек. О, пакет какой-то лежит. Надо убрать. О. Что ты, Лёшек? Чё, хочешь придумать, да? Она совсем вся развалилась, ее надо всю переделывать. Может, давай заберем ее домой, да и сделаем. Домик. Скоро все здесь зазеленеет, и его даже видно не будет. А этими нельзя сделать саморезами, да. О, вот упала это. Что это? Слива или яблоня? На коптильню хорошо. Попилить и коптить.
Ладно, пойдем, сейчас мы досточки найдем. Пойдем досточки найдем. Ну, пойдем. Лиза! Чайки прилетели. Пойдем, Лизавета. Пойдем, стричься. Пойдем. Я тоже не посчитал, сколько? 6 штук есть. Не знаю. Пойдем, давай, заходи. Давай домой. Давай домой. Ветер. Погода хорошая, но ветер попортит все. Пойдем постригаться. Давай. Давай, давай, давай. Банда. Банда, бандита. А это вечно сонный. Димон. Вечно сонный. Пойдем, Лиза, давай. Давай домой. Давай. Иди, давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Иди сюда. Давай. Давай, давай. Ну вот. Все, уже сердце выскакивает, бьется. А как же, ей что-то будут делать. Да? Постригаться, Лиза, уже за столько лет можно привыкнуть. Ну, стрижка это для нас, конечно, не, вот это вот спинку, вот так вот, все это вот, до сюда вот, все это мы стрижем без проблем. А вот все остальное, это вот так вот, вот так вот. Жалко расставаться нам с ним. Ну что, поехали, не будем долго, сейчас очки возьму. Так, ну что, вперед. Вот так вот уселась, да? Стригите меня, стригите. Будем, наверное, стричься без насадки. Что-то с насадкой плохо. Сиди, сиди тут. Давай. Вот такие мы стали уже лысенькие. Осталось нам карапуз, лапки и мордаху, да? Да, моя сладкая мамина. Мордаху будем постригать, да? Итак. Ну что? Что будем стричь дальше, Лиза? Мордаху, а ноги потом, да? Давай. Шею тут вот еще надо. Давай, давай-ка, давай, 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 давай. Так, посиди спокойно, посиди. Дай, 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 дай мордаху, дай.
Ну-ка, покажись, покажись. Так, сиди. Сядь. Вот как можно стричь, да? Вот как можно стричь вот это вот существо такое, непосидящее, а? Ой. Поэтому стрижка и для меня, и для Лиски это стресс, да. Но одеваться некуда, каждые 3 месяца надо стричь. Потому что волосы растут, а у Йорков волосы не шерсть, а волосы. И они растут, не останавливаясь. Так, что, Лиза, давай Мартаку будем стричь. Подожди, где у нас тут? Сейчас, подожди, почищу, наверное. Что ты там, Персик? Эй, Персик! Чего ты? Лиза! Ой, я не могу с этой Лиски. Я тебя сейчас прибью, да? Не шали. Давай, давай. Ну подожди, подожди, ну еще чуть-чуть, вот, вот, смотри, вот некрасиво, видишь? Ну вот некрасиво, Лиза, подожди. Ну вот, видишь, все хорошо, да. Ой, ой, боже мой, ой, боже мой, боже мой, ой, ой. Ой, что ж ты будешь делать, а, с этой стрижкой, а? Тютька, остались ушки, Лиза. Так. Ну что, смотри, какая красавица. Ну, что, будем стричь ушки. Ой, Лиза. Ой, Лиза, что это у нас за Лиза? Так, садись, сидеть. Вот так, все, сиди и не мешай. Красавица моя, моя красавица. Так, сидеть, сидеть, сиди. Ну-ка, посмотри на меня. Ну-ка, посмотри. Посмотри на меня. Где вы такие? Где вы такие? Ань. 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 Подожди, подожди. Вон еще звук. Подожди. Вот у нас осталось, Лень. Ну-ка, глянь-ка на меня. Моя красота. Ой, не говори. А вот, вот что тут у нас? Вот, вот это, вот. Подожди. Ну-ка, покажись всем, какая ты красивая стала. Совсем другая собака. Из Йорка стала чихуашкой. Чихуашка моя, чихуашка. Так, осталось лапки и животик. Садись, будем стричь лапки. Садись. Грудку еще надо постричь. Вот. Садись. Давай лапку, давай. Давай лапку будем стричь. Давай. Давай лапку. Лиза, сядь. Садись. Вот так, давай лапку. Что такое? Все.
Чем нравится, когда это стригают? А это прям такая вот неженка. Ну, не говори. Лиза, ты вообще чересчур такая. Так уже стрижется сколько? Ну да. Пора уж кайф получать. Ну, расслабься и наслаждайся. Да, я корочка постригу тебе. Тут деликатное место. Ты ее как-то неудобно держишь. Я знаю. Лиза. Лиза. Вот так, возьми ее, вот. Под попку держи. Вот. Вот так вот. Эй, кочерыжка. Не дрыгай ногами, Лизка. Кочерыжка. Что, щекотно? Ё-моё. Под попку вот. Посади вот так вот. Во. Ой, ну только ж как-то. Что она у тебя как креветка вот так согнулась? Лиза, что ты согнулась как креветка? Хвостатая. Да, Лизка. Встань, жопу подними свою. Хвост твой будет на месте, не переживай. Ой, такой хвостик хороший. Сейчас подожди, подержи. Все, Лиза, все, красавица. Все, пускай ее на пол. Ой, боже мой, ой, вертлявая. Куда? Все, вкусняшку заработала. Да? Вкусняшку дать? Не, она пошла, я сейчас курица пошла погулять. Спряталась. А кто там выглядывает? Кто выглядывает там сидит? Иди вкусняшку там, иди. 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 Иди там вкусняшку. Какую тебе дать вкусняшку? Сейчас. На. Вот так, все, давай. Заработала. Пошла. Все. Вот, сколько шерсти. Короче, постригала я ее 1 час 20 минут. Вот так вот. Ну все, слава богу, все. Постригли теперь на 4 месяца. На 3. Не на 4. На 3. Ну, 3-3,5 у нас так получается, да, Лёшек? Где-то так вот. Так, надо в пакетик все, да? Да, все это в пакетик, вон. Можно носки вязать, пряжки, носки вязать. Ну, у Йорков шерсть, она такая. Хотя тоже можно вязать, можно прясть. Можно делать эти, валять игрушки или что-нибудь, валенки валять. Лизке, сделай валенки. Вот так вот. Ладно, будем убираться. Все, Лизка занимается вкусняшкой, а мы убираем вот это вот безобразие. Надо. Лёшик, а там где-то вот есть пузырек с маслом. Вот тут вот в шкафу наверху есть такой беленький пузыречек с маслом. Дай-ка мне. Вот.
после каждой Лискиной стрижки, после Лешика нет, там стричь нечего просто. А вот когда постригу Лиску, обязательно чищу машинку, ну, после Лешика чищу тоже. Вот, но после Лиски еще капаю маслицем. Когда я заказывала машинку, вместе с машинкой пришел пузырек такой маленький. Ну, там его и надо. Где? Там? Ой. Вот такой вот пузыречек маленький. Вот надо капать. Тут получается одна маленькая-маленькая капелька. Смазали. У меня вот за столько лет вот вообще чуть-чуть ушло. Я думала, мне не хватит. А его, оказывается, совсем чуточку надо. Все, теперь надо убраться, чтобы все было чистенько. Все. Машинка готова к следующему разу. Для меня стрижка, вот я когда Лиску постригу, для меня просто вот как будто камень с плеч упадет. Потому что сами видели, да? Это же вообще, это вот так вот и вот так. И с переподвыподвертом. Ой. Ну, как-то так. Девчонки, а вы, у кого есть собаки, тоже так их стрижете? Кстати, не все собаки так стригутся. Есть спокойные собачки. А наша нет. Наша не любит.